Август – это теплый, пленительный, волшебный и вместе с тем несколько грустный месяц. Грустный он, конечно же, потому что заканчивается летняя пора. Любимая пора всех детей и взрослых. Но мы знаем, как продлить для вас послевкусие лета. Мы подготовили для вас подборку из 5 лучших литературных произведений для того, чтобы продлить календарное лето еще хотя бы до сентября. Начнем, пожалуй, с детской литературы. Первая книга называется «Этим летом я не я» Джин Литтл. Эта книга подойдет всем любителям фильмов «Двое, я и моя тень» и «Ловушка для родителей». В этом произведении двое девочек решают на летние каникулы поменяться своими жизнями. Что из этого выйдет, мы предлагаем вам прочесть. Далее мы предлагаем вам прочесть не одно произведение, а сразу группу. И я думаю, многие из вас догадывались, что в этой подборке невозможно обойтись без человека, который обожает лето всей душой. Это, конечно же, Рэй Брэдбери и его летняя трилогия. Первая часть трилогии называется «Вино из одуванчиков». Это произведение автобиографично. Автор сам повествует о том, что происходило с ним в детстве, и передает всю гамму чувств шестилетнего себя. Следующая книга называется «Лето, прощай». И это произведение – продолжение «Вина из одуванчиков». В свое время редакторы решили, что «Вино из одуванчиков» слишком длинное произведение, и поэтому его нужно было укоротить. Поэтому повесть «Лето, прощай» выходит отдельным изданием, но оно является частью трилогии. Ну и последняя часть трилогии называется «Летнее утро, летняя ночь». В отличие от первых двух книг, это сборник рассказов про того же мальчика Дугласа, про тот же город и про то же детство. И она действительно поможет вам открыть дверь в детство. Кстати, о дверях. Завершающая книга нашей подборки так и называется «Дверь в лето». Ее автор Роберт Хайлайн. Это книга из жанра фантастики, но она понравится всем любителям постараться уйти от проблем при помощи хорошей книги. Это книга о попытке уйти из проблем, найдя действительно настоящую осязаемую дверь, дверь в лето. Главный герой пытается найти эту дверь с помощью своего кота Пита. Кстати, вполне себе дружелюбного животного, если не чесать против шерсти и не бить по спине. Мы уверены, что наша подборка поможет вам продлить, если не календарное лето, то лето в душе.